Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Вселенная Суперсхваток. И у меня 4 сундучка готовы к открытию. Начнем, пожалуй, именно с этого. Так, мне достается Гир. Мне достается Арнольд. Кстати, их можно прапать. И Слайм. Отлично. Так, первая заходочка пошла нормуль. Давай-ка посмотрим вторую. Так, нам достается Линкольн и Патрик. Ну что ж, тоже неплохо, ребята. Линкольн и Патрик. Третий сундук пошел. Смотрим. Так, Тимми Тернер. Замечательно. И опасный малый. Тоже великолепно. Но мне, конечно, хотелось бы что-нибудь такое, знаете. Воу, воу, воу. Потише, ребята, потише. Эпически мне достался Томми Пиклз. Слушайте, ну это для меня просто, знаете, как снег средь жаркого лета на голову упал. Обалденно, просто с обычного сундука я достал эпическую карту, эпического героя. Так, ну что у нас тут по заданиям, давайте, ребята, глянем. В принципе, задания у нас не меняются, они все однотипные, поэтому будем сегодня, естественно, проходить. Так, заберем вначале ежедневный сундук. Ага, губка Боб, гир и энергетические кристаллы вместе со слаймом. Отлично, так, нам нужно, ребята, с вами заработать сегодня 67 кубков, чтобы нам вот такой вот малый сундучок достался. Ну что же, так, что, опять какое-то задание выполнено? Да, ребята, мы получаем еще 340 слаймов. Ну что же, давайте для начала, наверное, забьем сразу ячейки доступными нам сундуками. Угу, даже так. Эй, Тимми Тернер. Ну что же, родной, придется тебя, наверное, немножечко сегодня проучить. Да, ребята, как вы думаете? Я думаю, что надо. Поехали. А это хитрожопый. А если я так? Нормуль, понравился тебе, парень? Воу-воу-воу-воу, потише, Тернер. Да чтоб ты... Ребята, он просто мне... Ну все, успокойся. Зассиря. Так, ребята, теперь главное не опростоволоситься. Отлично, мы его подловили. Он захотел сделать суперудар, но, как видите, я его наказал, покарал, так сказать, за это. Так, мы сразу, получается, 2 сундука, что ли, получаем или нет? Так, хорош, парень, я тебя уже получил. Так, сразу нажимаем на разблокировку. Пускай у нас будет это дело идти. И мы продолжаем, ребят, с вами бой. И достается мне... Ой-ой-ой, вот этого чувачка у меня нету. Но он такой злющий. Что гир, что вот этот вот... Как его? Зим, да, ребят, его звать Зим. Он противный, он очень противный. Он шустрый, у него... Да что ты, сзади есть такие, ребята... Щупальцы, можно так назвать их. Да ты да... Опа, вот это он меня наказывает, ребята. Отлично. Посмотри, какой он шустрый, а, паразит. Поехали. У него что, получается связка из 4 ударов, даже из 5? Или мне показалось, или он настолько шустрый, что одну связку делает за другой? Хм. Парадокс, ничего не могу сказать. Ладушки, ребятушки, еще мы с вами один сундучок получили. И я заберу вот здесь вот. Вот, вот, вот так вот надо начинать игру. Так, Арнольд и Дэнни Призрак. Кстати, Дэнни я могу даже, ребята, прапать. С вашего, так сказать, позволения. Я, наверное, этим сейчас и займусь. Уж кого-кого, а Дэнни мне хочется апнуть. Так, давайте сделаем это дело. Вот, отличненько. Так, у него, как мы видим, 12 уровень. Слушай, а кто у нас тоже хорош по прокачке? Слушай, по-моему, у нас очень много ДНК находится именно на гире. Ну-ка посмотрим. Воу, сколько у него, обалдеть. Ну, давай прикинем. Раз, два. У меня слайма-то, надеюсь, хватит для всего этого дела. Но смотрите, ребята, до 9 уровня я его практически на изи качнул. И... Арнольд, давай посмотрим, что у тебя. Так, у него, ну, не так много, конечно, как хотелось бы. Ну, ладно, немножечко прапаем. Вот так вот, тоже, ребята, 9 уровень. Фу, а по хпшкам у нас кто, ребята, в лидерах? Я смотрю, в данный момент у меня Дэнни вырвался вперед по отношению к Катапсу. Поэтому, с вашего позволения, я его заменяю. Да, именно вот так все это будет у нас происходить. Так, мы еще сегодня, наверное, сходим на арену в обязательном порядке. Попробуем подраться маленечко, да? Нам нужно получать Анга. Так, секунду. Но
Так, погоди, секунду, еще, ребят, задание у нас какое-то выполнено. Давайте заберем 5 гемов. И еще 2 сундучка нам нужно с вами набить. Так, и кто у нас тут? Ой, родной мой Линкольн. Где же вы такие скины-то берете, а, суперумники? Поехали. Опа, 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 пули. А ну-ка, поехали. На, получил? Парень, ты получил свое? Раз, два, три, отбегаем. Раз, два, три, отлетаем. Отлетаем от винта, ё-моё. Да хорош ты уже, Линкольн, суперумник тут не нашелся. Лови плюшку. Я вижу, ему понравилось. Он просто обалдел от красоты нашей Пиклз. Так, ну что же, я получаю еще, ребята, один сундучок. И у нас с вами последняя доступная на это ячеечка. Кто тут у нас? О, братюня. Ребята, да-да-да, это младший братик Пиклз. Томми, величать его. Поехали. Хоп-хоп-хоп. Ой-ой-ой-ой, тихо, ты чё? Малыш, нельзя сестру старшую-то обижать. Парниша, успокойся. Ты смотри какой, а? Смотри какой. Да, ребята. Опс, а как он так сделал? А, понял, ребята, это просто обычный удар. Хорош, теперь лови. Теперь говорю, лови плюшку. Вот так вот это все делается, ребят. Поехали. Да, как он перехватывает, я не могу понять, а? Как ты это делаешь, а, мелкий? Иди памперсы поменяй, воняет уже, ё-моё. Да господи, ловим. Да, 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 именно так я и хотел. Подловил я его, короче. Он думает, что ему все можно, да, обижать старшую сестренку, но нет. Такому не бывать. Ну что же, ребята, мы с вами забиваем полностью все ячейки. Так, у нас тут что происходит? Победить... в схватке в режиме вызова, да, и нужно взять еще какого-нибудь другого героя. Но это все будет немножко попозже, потому что мы с вами отправляемся, конечно же, на арену. А, погоди, я хочу не сюда сходить, я хочу, ребята, сходить на испытание. Мне нужно на испытание вот здесь вот дальше проходить задание. Поехали. Так, у нас, воу-воу, слушай, тут слишком жирные ребятули, посмотрите по ихнему ХП. У меня не каждый герой потянет, если честно. Ну, я постараюсь. Я попробую. Подожди-ка секунду. А мы раньше не сражались? Ну, вообще-то, Арнольд, мы с тобой каждый раз сражаемся. Практически в каждой схватке, в каждой арене. Погнали. Ну, я понял. Начинается у него. Ага. Отлично. Понял. О, а как ты так сделал, парень? Боюсь, ребята, он... Ага, делает. Но не тут-то было. Давай, подходи. Что ты там хлопаешь мне в ладошки-то? Иди сюда. Получил? Моими маленькими тапочками по своей крупной физиономии. Вот так-то вот. 81 слайм, ребята, и мы с вами продвигаемся дальше. Поехали. Так, сюда. И у нас впереди, я смотрю, Линкольн. Собственной, ребят, персоной. Ну, для него, я думаю... Можно взять, наверное, и Дэнни. Да? Практически силы на равных. Давайте-ка попробуем Дэнни использовать здесь. Может быть, у меня тут все получится. Постараемся, по крайней мере. Да чтоб тебя. Поехали. Так, раз, два, три. Нормуль, нормуль, ребят. Поехали далее. Раз, два, три. Отходим, отходим, отходим. Ой-ой-ой. Да что ты? Почему ты... Тихо, иди ты со своим вантусом отсюда. Да, ребят, ну что ты... будешь с ним делать. Поехали. Он сейчас будет, ребят, супер удар. Ага. Я так и думал. Пробьем мы или нет его? Лови такой Дэнни. Вау, видели, какой он сделал удар и какая у него при этом была физиономия, выражение лица. Как будто из последних, ребят, сил. Но это на самом деле выглядело как из последних сил. Слушай, очень сложно. Так, нам достается Патрик. Патрик, собственный персон. Ребята, у нас еще и пониженная по нему атака выходит, да? Выходит, что Дэнни мог бы с ним справиться. Но если мы попробуем залечить. Вылечить всех. Ага, это вылечить всех. 29 гемов нужно потратить. Блин, я, ребят, даже не знаю, что делать. Ну, давай попробуем вот так вот сделать. И вот так, все. Я, ребят, рискую, короче, с Дэнником подраться против Патрика. Я думаю, что от этого должен быть толк. Все-таки повышенная атака лучше, чем...
О, обожаю этот, ребята, звук бьющегося меча. Просто обожаю. Все, Патрик, хорош, успокойся. Так, погнали. Половину здоровья я уже у него отнял, и это хорошо, ребят, это классно. Опа, как это так? Вот это, ребята, я лопухнулся. Если честно. А лопухнулся в чем, ребята? В том, что... Да, в том, что он меня ушоркал, понимаешь? Просто ухоркал. Хотя, не знаю, повышенная должна быть атака, но супер какой-то там силы я не заметил. Ну что ж, придется мне брать тогда Донателло. Донателло знает свое дело, и я надеюсь, он накажет. Отомстит за Дэнни Призрака. Поехали, ребят. Да, даже блок не помог этому охламону. Так, ну что же, у нас остается всего лишь два персонажа. Это Пиклз и Донателло. А путь, я смотрю, у нас еще тут приличный. Так, давай сюда перейдем. Так, идем сюда. Давай дальше посмотрим, ребята, куда нам идти. Тут Анг. Тут у нас... Ну, Анг легенда, поэтому нам лучше, наверное, вот сюда пойти. Так, сюда. У нас хоть энергии-то хватит на все. Погоди, а почему? А, это в обязательном порядке нужно было сюда свернуть. Как же я хочу устроить с тобой поединок. Ну, Тимми Тернер, у тебя такая возможность представилась. Поехали, ребят. Слушайте, он завернул сам сюда, я не поворачивал, поверьте мне. Вот именно к бою для Тимми Тернера. Не надо. Ну, беги. Отлично. Что ж ты такой жирный-то? Что ж такое непробиваемый-то, а? Да как он успевает, ребята, встать в блок? Я вот серьезно говорю, я не понимаю этого. Успевает он встать в блок, и все. По-моему, я Донателло, ребята, сейчас потеряю. Да, ну что же, у меня остается Пиклз. Ну, вы сами знаете, что у Пиклз очень много здоровья, и я думаю, что она просто порвет Тернера. Хотя, опять же, не факт. Если мы сейчас не будем с вами нубить-тупить, то... Надеюсь, у нас все будет замечательно. Погнали. Да, Пиклз, конечно, наяривает, будь здоров, ребята. Серьезно вам говорю, она даже в блоке его пробивает нехило. Поехали. Все, пускай лежит и отдыхает. Победитель Анжелика Пиклз. Так, ну что, будет он там что-нибудь шуршать, как говорится, нам на дорожку? Сопли пускать и так далее и тому подобное. Не то желание я загадал, нужно было пожелать победы. Ну, так, ёпрс, это нужно было пожелать. Открой сундуки. Конечно, ребят, мы открываем сундуки. Но я так понимаю, что мы не прошли все-таки с вами, да? Или прошли? Давай-ка заглянем в испытание. Так, в испытание. Играть. Да, ребята, мы прошли в третье испытание. И нам остается четвертое. Погоди-ка, а почему оно закрыто? А что нам для этого нужно? Так, секундочку. Мы с вами... Подожди, или мы с вами второе прошли? Я же ключ получил? Получил. Ладно, с этим делом мы с вами будем разбираться немножечко попозже. Уже не сегодня, ребята. Так, давайте заберем коллекцию тут. И сундук. Где этот сундук-то у нас находится? Вот здесь, да? Открыть сундучок. Вот он. Покажите, что в нем находится. Арнольд, Губка Боб и Линкольн. Так, из 100 слаймов. Ну что ж, неплохо, я считаю, ребята, неплохо. Хотелось бы, конечно, лучше и больше, но, как говорится, на халявку за мои победы, за мои старания я это получил. Ничего не тратил, ничего не вкладывал. Так, и мне нужно, ребята, взять нового какого-то героя, чтобы получить последний, как говорится, приз. И будет это у меня. Ну давай возьмем опасного малого, вместо поставим вместо Денника. Вот таким вот образом все это сделаем. И теперь, наверное, продолжим вот наш, ребята, поединок. Я хоть смогу принять? Тут нужно сколько? 5 энергии, да? Ну поехали. Мне пришлось, да, кристаллами рассчитаться, получается, или нет? Оу, нифига тебе, у тебя скин, братюнь. Скин неплохой, Патрик, у тебя скин. Где такой костюмчик-то надыбал? Подарил бы мне такой же. Прям, знаешь, этот спортсмен, ё-моё. В зеленой этой куртяжке и в очках таких. Так, нормально. Ребят, сейчас я его буду пробивать. Вот так вот. Эластичная резинка. Ну, он и погиб, ребята, как этот, как бумер.
Ну, а у нас с вами следующий бой. Кстати, если мы 5 схваточек с вами проведем, мы получим с вами сундук. Что за любимый персонаж тут, ребята, Патрик? Неужели все так подсели на этого Патрика? Или из-за того, что он такой няшка, а? Я не пойму. Патрик. Тун-тун-тун. Нет, ну, конечно, против Донни Патрик это вообще ни о чем. Будем сейчас его еще ловить. Он захотел там, видел, суперудар сделать. Замахнулся ручкой на меня. За что, в принципе, и поплатился. Очень было классно. Так, а у нас с вами следующий бой. А это нам придется еще сделать одну серию побед. Так, супер умник. Как ты меня раздражаешь, а, супер умник. Я никак не могу понять. У тебя три... Почему ты сейчас отпрыгнул? Дэнни, ты что делаешь? Я сейчас этого вообще не делал. Вот так вот, замечательно. Ждем, ребята, от него супер удара. Отлично. А теперь, по-моему, пора атаковать. Кей-йо. Да-да-да, Дэнни, успокойся. Ты победитель. Ты молодец. Ты меня сегодня не подвел. И это очень круто. Ну что же, сколько у нас? 725 кубков. Ну, этого, ребята, мало. Зато я выполнил последнее задание и получаю 10 энергии. Мы можем здесь, ребята, аж 2 раза поучаствовать. Ты понимаешь? Вот так-то вот. Слушай, ой, погоди-ка секунду, ребят. Я опасного малого, с вашего позволения, заменю. И заменю его на Дэнни. Хотя, в принципе, у меня... Как-то странно, да, вам не показалось? Я же Дэнни брал. Должен был, по идее, участвовать именно он. Точнее, малый, опасный малый. А у меня оставался также Дэнни по-прежнему. В чем прикол, в чем подвох, я не понял. Так, ну что у нас тут? Не-не-не-не-не, опасный малый. Погоди-ка, а почему, ребята, вот сейчас, вот в данный момент, да, смотрите-ка. Тут у нас опасный малый. С чего вдруг опасный малый-то здесь? Эй! Красотули мои. Ну-ка давай мне. У меня его нигде нету, но он почему-то там присутствует. С чего вдруг? Я выхожу сюда, и здесь у нас опасный малый. Никак не могу понять этого дела. Ладно, ребята. Раз опасный малый, значит опасный малый. Погнали. Ну, Пикл, давай-ка. Ну, Дэнни-то мы должны ушатать ведь, так? Раз. Опа, ёпрстая, ребят. Ну, давай, беги. А-а-а! Хмырисос, а? Ну-ка, посмотри. Раз, два. Раз, два, чё раз, два? Так, он опять, ребят, кричать собирается. Ну, давай, иди. Получил? Ватник. Ух, ёлки-палки. Еще не хватало, ребята, тут продинамить. Поехали. Раз, два, три. Буквально на крополях мы его выиграли. Блин, я просто слишком часто шуткую. Слишком на расслабоне играю. Это же игра, это же файтинг, ё-моё. Причем какой? Легендарный файтинг. Так, Тимми Тернер против опасного малого. Слушай, чувствую, я тут сплавлюсь. Хотя, опять же, не факт, ребят. Хотя, наверное, скорее всего, факт. Смотрите, вот это вот нечестно было, потому что он не мог мне пробить блок. Да. Малый, малый, ты действительно еще слишком мал для того, чтобы участвовать в таких поединках. Нет, нет, нет. Не катит. На самом деле я его не хотел брать. Здесь должен был быть Дэнни Призрак. Я не знаю, какого фига он здесь оказался. Почему? Так, ну что, Томми Пиклз. Пора тебя наказать, чтобы ты уважал свою сестру и впредь больше на нее свои руки не подымал, а уж тем более свою вонючую грязную бутылочку. Так. Ты смотри, что ты... Он стоит, ребята, в блоке. Ага, я понял тебя. Давай, иди сюда. А вот это было нечестно, ребята. А знаете, почему нечестно было? Потому что я делал супер удар. И он не имел права его, как сказать, отбить. Хотя бы здесь наказал говнюка мелкого. Так, отлично. Сейчас, ребят, сейчас он проскроется. Погнали. Получи и распишись, мелюзга. Слушай, но мне все равно, ребят, не хватает еще одной победы до сундучка. Ну, вы увидите сами. Хорошо, давай попробуем сейчас еще один бой. Так, на каком я месте? О, ребят, я на 22 месте стал. Если я... Перейду на первое место. А когда у нас закончится? Через 2 дня 15 часов закончится сезон.
Угу. Я это обязательно учту. И, возможно, вырвусь в лидеры. И, возможно, заберу главный приз. А главный приз у нас 300 карточек на Тимми Тернера. Так, ну вот смотрите, ребята, моя команда. Ведь отлично, все хорошо, все прекрасно. Почему же вот здесь? Почему же вот здесь у меня... Вот, смотрите, теперь все отлично. Теперь у нас здесь Дэнни. Причем, посмотри-ка на уровни этих ребят. О-оу. Ладно, мне всего лишь одну победу нужно сделать. Так что поехали, ребята. Всего лишь одну победу мне нужно, чтобы получить сундук. Ну, я думаю, что Пиклз справится, надеюсь, с Леонардо-то. Так, серия ударов у нее из четырех, да? Раз, два, три. А у нас всего лишь из трех. Поехали. Погнали. Как это так? Вот, ребята, как так? Я офигею. Главное, я нажал на супер удар, и почему-то у меня нифига не вышло. Просто ничего не вышло. Он меня пробил. Так, Хофер, Хефер, Кофер, блин, Бомбофер. Давайте, ребята, еще здесь проиграем. Вообще будет замечательно. Вообще просто... Да как ты делаешь это, засранец? Я не понимаю. Твою ж дивизию, ребят, я не знаю. Фейл за фейлом. Ты понимаешь? Что за ересь-то пошла, а? Ну, Дэнни против этого Дэнни. Я думаю, что вряд ли тоже справится. Короче, я вам скажу, ребята, одно. Что здесь бот, если это бот. А это бот, стопудово, ребята. Он просто просчитывает твои удары. Прежде чем, например, ты хочешь сделать суперудар, он делает... Вот как вот сейчас вот можно было промахнуться, а? Ну как, ребят, ну скажите мне. Я просто раскрылся, все, он меня ловит. Вот это поворот. Вот это, ребята, поворот. Офигеть, я вам скажу. Так, я все равно этот сундук заберу. Я заберу этот сундук. Я потратил, ребята, всю энергию. Но сундук будет мой. Согласитесь, Леонардо, который там, я не знаю, там... Ну, никто и ничто, блин. Просто Пиклз порвал. С одним супер своим ударом. Он отнял у меня все здоровье. Кто не верит, можете, ребят, пересмотреть предыдущие бои. Такого не должно было быть. Просто не должно быть. Потому что я нажал. Тут, конечно, никто не показывает, как бы сказать, микродозы, микросекунды, кто быстрее нажал. Но в любом случае такого не должно было быть. Я нажимаю на свой суперудар. Он, видимо, нажимает тоже на свой суперудар. И его срабатывает, а мой нет. Где справедливость? Не знаю. Да, сфейлился я здесь, конечно, неплохо. Так, ну что, где у меня там сундук? Дайте-ка мне посмотреть, что в нем хотя бы. Так, Лео. Гир. Дальше у нас Тимми Тернер. Ну и энергетические кристаллы вместе со слаймами. Ладно, хорошо, сгодится. Так, а что, у нас все, что ли? Нет, ребят, не все. У нас еще бои, как это все? Опять Хофер этот, блин. Опять, ребята, Хофер. Почему Хофер, если он Хейфер? Не знаю, ребят, мне хочется назвать его. Да ты достал ты. Контрит и контрит, ребята. На, блин, получи. Унитазник. Да-да-да-да, я этого ждал. На, отомстил я ему. Фух. Отомстил. Я просто, ребят, специально стоял в блоке и ждал, когда он применит суперудар. И он клюнул на это, понимаешь? Он на это клюнул. Он все-таки провел серию атак. Так, Клайд против Дэнни. Ну, ребята, вы видите, сколько здоровья у меня, сколько у Клайда. Тут наверняка мы с вами проиграем. Так, так, так. Да еб парасете. На! Иди отсюда. Будет сейчас что-то делать. Должен суперудар, ребята, он свой рано или поздно применить. Поехали. Да как ты, блин, говнюк ты такой. Он сделал удар, ребята. Я собирался его бомбануть, и он включает в этот момент суператаку. Все. Все, он меня победил таким макаром. Джиу-джитсу вонючий, а.
Ну, пырёныш мелкий. Так, я получил всего лишь 10, да, 10, ребята, кубков. И переместился на 15-ю позицию. В принципе, неплохо, идем неплохо. Мне надо будет еще сколько, наверное, 3 или 4 боя сделать. И, скорее всего, ребята, мы получим с вами и сундук, и, наверное, призовое место. Если, опять же, все у нас пойдет хорошо. Ну что же, а на сегодня, я думаю, мы будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам!